Изменится ли что-нибудь после выхода Кристин Мусадемба? Сейчас увидим. Американка. Победительница нескольких турниров серии юниорского гран-при. Спортсменка это наполовину филиппинка, наполовину зимбабвийка. Но родилась в Вашингтоне. Сейчас тренируется вместе с Фрэнком Кэролом и Кеном Кангеми в Калифорнии. Клод Дебюсси звучит. Да, несколько неприятностей случились с Кристиной Мусадемба в процессе катания, от падений до расстегнутого платья, ну, которую, впрочем, эта застежка никак не должна повлиять на оценку, по идее. Кристина Мусадемба явно повзрослела, катается очень так спокойненько, по-взрослому. Нравится ей то, что с ней происходит. Во время катания нравится ей музыка. Хотя, мне кажется, что все-таки прыжки ей избили сегодня настроение. Что с прыжками? Вот был Сальхов и Тулуп. Отлично нам дают повторы. Так вот, чтобы каждый прыжок без захода. Чтобы мы, не дай бог, не увидели, на какой же прыжок все-таки заходила Мусадемба. Но неважно. Сальхов и двойной Тулуп. Во флипе она сорвала выезд. Надо же. Да и чуть не докручен он был. На акселе она и вовсе упала. Такой был оригинальный заход тройками на вращение сидя. И вообще вращения у нее сегодня были неплохими. Ну, единственное, что когда уже началась дорожка шагов, было непонятно, катается ли она в программе на эту прекрасную музыку Дебюсси или как-то уже просто исполняет шаги. Ей 3 декабря исполняется 18 лет.
пока качественного перехода во взрослое катание не происходит. Но это ее первый, можно сказать, взрослый старт. Да, на других турнирах мы ее не видели, а на чемпионате США, трансляцию которого мы делали в позапрошлом году, она заняла только 11 место. С таким катанием, как сегодня, я думаю, и 11 не займет в США. Баллов она получает 21 и 20 21, это по технике на 8 баллов меньше, чем у Бингвагень, а 20